Здравствуйте! Вы зашли на канал Зойкина квартира влог. Меня зовут Зоя, и я рада приветствовать вас на нашем семейном канале. Начинаем наш сегодняшний день. Ловили осетра и цедрица гопрорада. Коля, а ты далеко пошел? Там еще. А. Точно не холодно. Нормально. Ну чё? Без 10-12 Марат выловил небольшого осетра. Да, вот он. Наконец-то мы дождались. Ну что ж. С почином тебя, дорогой мой. Да, спасибо, Игорь Борисович. Вот уловчик. Наш мальчик доволен. Ага. Ну все, мы сейчас запекать его, да, в духовке? Да. Ага. Они прям как маленькие акулы. Похоже? Похоже. На второй такой. Второй достать? Давай. Желтый, охренеть. Ну, желтый. А я думаю, красный. Обычный. Ну, желтый. Желтый арбуз. Ира нам привезла арбуз. О, Вадик ездил куда-то там в южные края и привез арбуз. Ух ты! Сейчас мы его зарежем. Желтенький. Ух ты! Спасибо, арбуз очень вкусный, нам понравился, прикольный такой арбуз, желтый, да? Как лимончик. Да, как лимончик. Ну, косточки зрелые тут, он классный. Прикольный. Я такой еще не ела. Я не знала, что у нас такие они растут, если честно. У нас сегодня... Сколько на улице градусов? Какая температура? Мне кажется, примерно 30 с чем-то. 30 с чем-то, да. 32, что ли, по-моему, да? Нет, 30. У нас работает кондей на всю катушку. Даже на балконе жара, да? Да. На балконе. Там жара, вот это примерно, когда вы около батареи зимой включили... Как в Турции или как в Дубае? Какая жара? Как в Турции, это когда около батареи. У какой батареи? Ну вот этой как-то, ну вот этой штуки. О, какой батареи в Турции? Ну, ты помнишь, как мы в Турцию-то вообще ездили? Или ты забыл? 31 градус. В Дубае жарче? Да. Это примерно в Дубае были кондиционеры, да? Угу. Вот так же шумели. То есть примерно в Дубае, если просто сделать кондиционер на
теплый режим. Это а будет... что, в Турции не было кондиционеров? Ты не помнишь уже, как ты был в Турции? Я не помню, я хочу туда еще. Ну, мало ли чего, кто хочет. Я тоже хочу. Много чего. А получаю фигу с маслом. Масло есть, фига есть, отдыха нет. Скоро в школу. Ты хочешь школу? Я хочу школу. Еще бы ты сказал, что ты не хочешь. Вдруг Мальвина Леонидовна смотрит. А дедушка заставку свою включил, вот эту клёвую. Мне так нравятся вот эти вот заставки. Да, прям я залипаю на эти заставки, когда сверху снимают что-нибудь или в воде. Прям чудо-чудное, диво-дивное. Сидишь, и ты такой прям как релакс такой природный. И у нас сегодня жуткая дождина началась днем. Мы даже не решились на балкон выйти. Там уже, смотрите, все мокрое у нас на балконе. Я все убрала. О, балкон подмела перед грозой. Дождик сейчас. О. Представляете, это за стеклом. Сейчас так гремело, прям вообще страшно было. Но дождь мощный такой идет, будь здоров. Тут плохо видно, потому что деревья. Это что, град, что ли, не пойму? Град у нас! Град! Причем, судя по всему... Ну, да, вон, градин. Ой! Град, слышите? О, кто-то едет домой! Видали, какие лужи? Град! Обалдеть. Это сейчас уже потише стал. Все. 5 минут и все прошло. Но моря, океаны еще плывут у нас. Вон, смотрите, ручеек целый. Плывет по дороге ручеек. Речка. По асфальту плывет речка. Ну что, ушастый? Желтый арбуз будем? Ушастая. Кнопа. У феи отнимать пошла. Кнопа у феи все время тырит арбуз. Так, 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 так. Ну ты наглая. Такая маленькая, такая обжористая. Еще, говорит, давай. Мало. Вкусно. Мало, говорит, ты нам дала, Зоя, арбуза. Надо еще. Что-то им этот желтый арбуз очень понравился. Смотрите-ка, что творят. Так, ну Кнопе. Кнопа свое не укусила. Кнопа глазки текут. Глазки текут, ушки сделала ей, чтобы проветривать. Феи тоже надо сделать. Да. Что, еще? Уже было бы неплохо. Но что-то мать тормозит. Что-то задумалась. Фея. 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 Ну, что ты хочешь? Чего? Что? Чего хочешь? Чего? Чего? Что? Что? Маму любишь? Любишь маму? А? Любишь? Нет? Маму любишь? Нет. Она любит сухари. Она любит сухари, которые я ем. Все гораздо проще. 3 корочки, томат с зеленью. А все почему? Потому что мы тут заболели. Лечимся усиленно тем, что есть под рукой. Нет сил готовить. Не проси, тебе нельзя эту гадость. Это только моя. Собакам гадости нельзя. У собак есть собачий корм. Слышишь, фея? Понимаешь?
понимаешь? Фея, понимаешь? Человеческий, он сам себя не знает. Она не знает человеческий? Да. Как? Ты не знаешь человеческий? Совсем? Вообще, отвернись от меня, если ты знаешь человеческий. Фея, поверни себе, если ты знаешь человеческий. Вам провожать папу. Да, что-то вы провожаетесь и никак не проводитесь. Любанчик, вот видите, вы сегодня в одной гамме. Да. Здрасте, сонное царство. Хорошо вам тут? Кноп. Кайфово тебе. А так вот кнопка дрыхнет на своем месте. А фея так не любит спать. Фея в кровати спит. Кнопочка утром приходит. Ну, а, утром приходит. Смешная зять лежит тут. Ой, вообще. Буду делать браслетик. Вот это все натуральные камушки. Вот это розовый кварц. Вот это вот амазонитики. Это вот другой камушек. Сейчас забыла, как называется. Не буду уже. Мама все тут разложила. Да, ну это мой старый там браслет. Я его просто... А это я сделала. Это вот мама сделала новые браслетики. Натуральные камушки, кольцы. До новых встреч! Надеюсь, вам понравилось. А если вам понравилось, не забывайте ставить лайки, писать комментарии и делиться нашим видео в соцсетях с друзьями и знакомыми. И просто по телефону. Все, до новых встреч! Пока-пока!